Немногие знают, что грузди прекрасно сочетаются с томатами и из них готовится вкусная консервация на зиму. Грузди, соленые в томате, прекрасная закуска на любом столе, сочная и вкусная. Это простой рецепт приготовления груздей, соленых в томате. Закрывая банки, по желанию, можно добавить немного уксуса. Если переживаете, я обычно не добавляю. Консервация прекрасно сохраняется в холодильнике или любом другом холодном месте, например, в подвале или погребе. Удачи! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Грибы моем, чистим и отвариваем до готовности, помидоры пропускаем через мясорубку. Пропускаем помидоры через сито, чтобы убрать косточки и кожицу. Теперь пропускаем через мясорубку лук, чеснок и перец болгарский. Смешиваем ингредиенты, пропущенные через мясорубку, и переливаем все в кастрюлю, в конце добавив соль и сахар. Когда загустеет, снимаем с огня. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. На дно стерилизованных баночек кладем чеснок, укроп, перец горошком, затем грибы и сверху томаты. Приятного аппетита! Подписавшимся – больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Грузди – 2 кг, помидоры – 2 кг, перец болгарский – 5 штук, лук репчатый – 1 штука, чеснок – 4 зубчика, соль – по вкусу, сахар – по вкусу, перец горошком – по вкусу, укроп – по вкусу. Количество порций 5-6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!